В минувшее воскресенье на стадионе «Спартак» состоялась очередная игра по женскому хоккею на траве. В этот раз дончанке пришлось сразиться с командой «Смена» из города Анапа. Но успехов эта игра нашей команде не принесла. За весь период матча дончанка не забила ворота соперника ни одного мяча. Да и анаповцы особого напора не продемонстрировали, отличились лишь одним голом в ворота нашей команды. Итог игры 0-1 в пользу команды «Смена». В чем причина такого исхода, отсутствие фортуны или плохая форма игроков, остается только догадываться. Но у тренера дончанки на этот счет свое мнение. Нету напористого нападающего, который бы забивал. Моменты есть, по игре не проигрываем. Просто не забиваем моменты, которые у нас есть. И из-за этого идет проигрыш. Нету такого нападающего, который бы был по-спортивному там, наглый, которого было стремление. Все как-то немножечко. Вот нападение у нас монотонно. Только, наверное, из-за этого.